Друзья, всем привет! Сегодня же суббота, и сейчас на данный момент 6 утра. И вы спросите, Нармин, что ты делаешь такое раннее? Ведь почему ты встала? Дело в том, что у меня сегодня... Что со мной происходит? 6 утра. Камон! У меня сегодня... Господи! У меня сегодня зачет по физкультуре, и он проходит у нас в 9 утра, и надо ехать до туда. И сегодня у меня будет одно мероприятие, к которому мне надо сейчас подготовиться. И я хочу вам, собственно, рассказать о нем, что со мной произошло и что сегодня будет у нас с вами. Дело в том, что на прошлой неделе я тоже была на физкультуре. И после на физкультуре мы были на Третьяковской, там у нас спортзал был. Мы зашли в Макдональдс, который прямо около метро. И пока я стояла в очереди, я вам попозже расскажу, как это подробно было, ко мне подошли две женщины и предложили мне быть натурщицей, к ним прийти в художественную школу и попозировать им. Вы даже не представляете, как я была удивлена. Я не знаю, это для меня был какой-то шок вообще, чтобы ко мне вот так подошли на улице, ну хорошо, на нашем моменте, на данный момент это был Макдональдс, но все равно я была счастлива и даже не раздумывая сразу согласилась, потому что, господи, это же офигенно, я всегда согласна на такие вещи. Ну да, извините, ребят, но 6 утра, вы подумайте, что в моем сейчас в голове может твориться. И дело в том, что у меня сейчас будет физкультура, прошла ровно вот неделя с прошлого, после того, как меня пригласили, и мы договорились также на субботу. Я сказала, что я в 12 буду свободна, а у меня физкультура, извините меня, в 12 заканчивается, но я надеюсь, что он нас отпустит нас пораньше, и я успею. Еще я хочу успеть после физкультуры заехать домой, помыться, переодеться и уехать. Но вряд ли такое произойдет, так что мне придется все брать с собой, и платье, и духи, и расческу, и как-то там себя приводить в порядок. Не знаю, как я это сделаю, я не хочу, чтобы меня люди ждали. Потому что я сама назначила на 12 часов. Но мы сегодня пойдем с вами на физкультуру и в художественную студию. У нас будет очень интересный день. Так что поехали. Мы сдали физкультуру. У нас автомат, вы представляете? У нас автомат. Кстати, я так представляла типичные русские школы. Кстати, они отличаются от наших чуть-чуть. А это колледж связи, извиняюсь, это не школа, но очень похоже, кстати. О-о-о, как это мило. Огромно, у нас было проткнули бы в школе бы. Друзья, я только что, так, я надеюсь, на меня есть фокус. У меня очень странная прическа. Короче говоря, мы пришли, он нас отметил, и у тех, кого больше 3 плюсиков, он отпустил домой. Зря я вообще пережила, ну не в том, что пережила, зря я вообще приперлась, ну хотя, не знаю, может быть, не зря, потому что он сказал, явка на зачете обязательно, но зря я просто надевала форму. И переживала то, что я не успею сегодня к себе на одно мероприятие. Короче говоря, сейчас иду домой, сейчас 10 часов, у меня в Китай-городе мне надо быть в 12. Ну, я думаю, успею, теперь я даже не нервничаю, потому что я же с собой все брала, и духи, и платье. Думала, здесь придется переодеваться. Поддержите мне дверь. Вообще никакого уважения к людям, у которых камера. Вообще кошмар. Так что мы счастливы, идем домой. Вот что я, собственно, уже переодела платье, вот как я пойду. Меня попросили надеть что-нибудь такое однотонное, а лучше бы черное. Но я сама понимаю, что если там будет что-нибудь в рябушку, либо... цветочек, это не особо будет приятно и отвлекать художника. На самом деле я не знаю, что там будет, как там будет, но я еду, новые эксперименты, новое, что-то новое в мою жизнь пришло. Отошла, меня встретили, и я сейчас вам покажу все, что здесь происходит. Вы не против, если вы случайно попадете в кадр? Вот. Ага. Вот как это тут выглядит. Как тут красиво. Светло. Вот здесь такая творческая атмосфера, прям красота. Да. Смотрите, какая у нас выставка здесь. Это вот я сегодня пришла и обнаружила, что девчонки делали выставку. Не знаю, кто конкретно. Здесь у меня коллеги еще работают. Ну, просто замечательная выставка. Ну, красота. Короче, вот я это... Все... Это мне под юбкой, да? Да, это... Ну, я так принесла прикинуть, да, так думаю, если, может, я так вот так засуну, ага. Посмотрю, как они там будут, да, вот так вот, вместе с юбкой, вот так вот эти кружева окей. Там, да. Вот, и, в общем, короче, вот... Отлично. Я на подоконнике буду, да, сидеть? Да. Меня будет писать маслом. Это круто. Так, художники, у нас модель пришла. Чего мы не распластываемся вокруг? А да. Вы можете мне показать туалет, чтобы я потом не двигалась, да, хорошо? Да, конечно, конечно. Нет, вообще чай, нужно чай, двигаться чай, обязательно, потому что если модель не двигается, она быстро засыпает и умирает. Мы вам дадим полную свободу движения. Ну, я вам все потом же испорчу. Я помню сама, как злилась на модели, которые двигались постоянно. Так. Спущу.
здесь у нас туалет. Ага, вот спасибо. Вот сюда. Так. Так, вот. Так, надо ловить мое лицо, потому что здесь нет света, походу. Да, походу тут нет света. Да, света тут нету. Сейчас пойду хожу за фонариком. Меня просят снять колготки. Я даже к этому была не готова. Колготки снимать. Ну ладно. В таком шоке, в предвкушении. Просто теперь я оказалась по ту сторону Альберта. Это так, так необычно. Вау, вау. Так. Окей. Окей, неплохо. Света нет, но хоть туалет есть. Тоже неплохо. Ой, что-то камера не грохнула. А сколько мне заплатите? Нет. Армин, она мне такая, окей, здорово. Нет, знаете вообще, как было? Получилось так, что я в этот момент, мы вообще пришли с физкультуры, у нас рядом была физра. Я выглядела, так сказать... Прекрасно. Как бомж. Прекрасно. Я не знаю, у меня были ужасные штаны. Бомж ставила, ты сейчас с Москва вся такая. Не знаю, мне было не очень приятно ходить в таком спортивном костюме. Мы наверху сидели часа два, и тут я вот эта штучка отъезжала, лотерея как его называется? Ну вот на картошке фри. Вот то, что ты выигрываешь, вот вы, ну, покушали же, видели, наверное. То, что выиграть может, а можно и картошку фри еще, или капучино. И получилось так, что я выиграла капучино. А я кофе не люблю. Я думаю, окей, ну пойду возьму кофе. Я хотела вообще подружку попросить, потому что она... Ну, потому что мне было стыдно идти на людей в таком виде. И я такая... Ну, она так как еще другая девочка попросила кофе, она себе, думаю, она не утащится. Я пошла. Стою так, я вот. Думаю, когда же это быстрее кончится? Чтобы побыстрее сесть за стол или надеть куртку, чтобы вот этот позор никто не увидел. И тут вы ко мне подходите, такая, боже мой. Как все субъективно. Да, вообще. А мы со Светой увидели и одновременно. А мы сидели рисовали там, да. И мы со Светой одновременно. Вот это да. И я когда я пошла вам навстречу с просьбой, да, Света еще, по-моему, чуть меня за рукав не хватало. Типа того, что бесполезно. Вы делаете? Нет, сейчас вас будут бить ногами. О, как красиво. Конечно. Мне будет чем заплатить вам за работу. О, боже, вы мне это подарите? Почему нет? О, боже, как я счастлива. Это просто... Это невероятно. Это чтобы к нам еще приходили. Ой, я с удовольствием. Мне прям вообще... Ваша просто атмосфера, понимаете? Как я даже не рисую, но у меня... Питаюсь вашей атмосферой. Вот вы рисуете, и мне здесь хорошо. Так, все, я уберу это, да? Давайте, очень классно. Так, главное, чтобы я ее... А она сейчас сырая. Я знаю, вот я и думаю, что я не смогу. Слезла я со своего места. Сейчас немного отдохну. Я пойду посмотрю работы остальных. Мне так интересно, сколько уже. 2 часа в таком. Вау. Вот. Вот. Это я немножко какую-то программу установлю. Если бы это побольше, да, то я тоже красиво. Ой, вот наброски. Похоже. Классно. Но тут ноги не вот там. Мне так нравится вот голубой цвет и зеленый. Мои любимые цвета прям. Тут не надо умываться. Ой. Это 3 раза в жизни. Я тоже свою бабушку. Не имела куда и большие надежды. Красиво. Они бабушки не знают, как правильно. Они рисуют как могут. Да. Лучше. Именно. Именно лучше. Точно. Желтая сразу заигралась фиолетовым. Синяя сразу заигралась желтым. Вот так сразу лучше, конечно.
такое, что-то такое похожее. Цвет этот голубой. У меня уже там оранжевые люди, а у вас здесь оранжевые волосы бипрыт, танцуют. Матисс и Боттичелли в одном флаконе. Спустя 6 часов. Вот результат. Много, много нормины. Очень много. Вот. Вот, вот. Еще одна. Вот, а, еще вот подошла. Давайте ее. Боже, опа. Это смесь Боттичелли и похищение Европы. Вот. И вот она последняя. Друзья, я уже дома. Сейчас уже поздно. Где-то 9 или 8 часов вечера. Я сейчас покушала. Сейчас иду мыться. И хотела просто завершить влог, прощаться. Сказать, что сегодня был очень интересный день. Я надеюсь, что вам он понравился. Желаю всего самого хорошего. Удачи. И пока. Я очень устала. Счастливо. Кстати, я не знаю, когда я выложу это видео, но люди, которые подписаны на меня в Инстаграм, они уже сегодня узнали, где я была, потому что я выставила пост, пока позировала. Меня сфотографировали, и я написала, что сегодня со мной случилось, так что люди, которые подписаны на меня, вы молодцы, потому что вы заранее знаете все, что со мной происходит, потому что, наверное, это видео выйдет через 2 недели, мне кажется, потому что у меня сейчас экзамен, и я вообще не успеваю ничего делать. Так что все. Пока, удачи. И посмотрите мои фоточки в Инстаграме, потому что, мне кажется, она офигенно получилась. И там, кстати, вы можете увеличить, посмотреть рисунки все, которые меня, собственно, сегодня нарисовали. Пока, удачи.